Дан приказ ему на запад и в другую сторону уходили комсомольцы на гражданскую войну. Уходили, расставались, покидая тихий край. Ты мне что-нибудь, родная, на прощание пожелай. Родная отвечала: я желаю всей душой скорою победой, возвращайся ты домой, чтоб со скорою победой, возвращайся ты домой. И еще не бойся, знаю, что письмецо но даже навсегда не напишу пишу я, я, как как я твой тогда даю путь. все Равно равно сказал он тихо, тихо, напиши напиши куда-нибудь. Ты, но ну, даже напишу. напишу я, Эй, такая песня. как я твою Дай мне знаю путь. путь. Мои ребята были.